Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмит. Ебать. Ла-ла-ла-ла. Нам поют колыбельную. Так вот, меня зовут Дмитрий. Это канал Куплинов Плей. И у нас очередной инди-хоррор под названием The Ghost of Disguise. Какой-то хуй его знает. Created SG Red какой-то. Я не знаю, кто это такой. Рекорд. My Night. Мои кошмары. И он придет за мной. Я не знаю, что он хочет от меня. Но что-то там. Короче, какой-то пиздец. You need to hurry. Ты хочешь, говорит, похари. Как брать оружие? Как стрелять пистолетом? Как выбирать оружие, блядь? Надо найти 8 синтезаторов или чего? Немножко непонятно. Ну ладно, кто-то поет. И, между прочим, поет он довольно странно и страшно, я бы так сказал. Меня уже напрягает эта музыка, я, блядь, ненавижу такие страшные колыбельные. А здесь нету почему-то хождения в бок, или я просто найти его не могу. Можно ходить только вперед и мышкой поворачивать, это охуево. Open. Чё, не open-то? Open. Она не хочет открываться. Ну ладно, как тут выбрать фонарик или что-нибудь там? Вперед, Y. Я сейчас все кнопки потыкаю, просто первый раз как бы запустил игру, и ничего не понятно. И ничего вообще не работает. Ну хуй с ним, ладно. Ты опен у меня все... Вох! А, отлично. Хоть что-то открылось. А что делать надо? Надо что-то находить, да, я понимаю? Ну окей, ладно. Сейчас найдем что-нибудь. Какая страшная женщина, как она сидит. О, смотрите, что-то нашел. Нам надо находить синтезаторы, чтобы она больше не пела никогда. Или это флешки какие-то. 1 из 8, отлично. Так, этот ящик здесь был, нет? Кто-нибудь в курсе? По-моему, его здесь не было. А зачем он здесь появился? О, смотрите, он еще назад может ходить. Охуенно. Серьезно говорю. Подожди, блять, как неудобно-то. Я отсюда пришел, что ли? Нет. Или да? А, да, я отсюда пришел. Ну окей. Эй, открой. Не надо меня запирать. Давайте сначала до сюда сходим. Очень неудобно управлять по сторонам только лишь мышкой. Чё она поет вообще? Какие-то твинки. Это что такое? Твинки, я знаю, это не основные персонажи в онлайн-играх. Их там делают, чтобы деньги добывать там или еще что-нибудь. Помимо того, когда основной персонаж, короче... занимается чем-то полезным, там, убивает врагов или еще чем-нибудь. А больше я не знаю, что такое твинки. Твинки. Твинкл, это что-то такое еще было, я не уверен в этом, но, по-моему, что-то такое есть. Твинкл, твинкл. Ебать! Как использовать фонарь-то? А, на правую кнопку, а на левую, значит, стрелять, правильно я понимаю? Как страшно стало. Очень-очень страшно стало, ребятки, без света-то. Куда мне вообще идти-то надо? Там монстр был сейчас. Ты видал? Все, монстра нет, монстр пропал. Ух ты ж. Лазерные эти. Лазерные ловушки. Нам нужен аэрозоль. Чтобы как в шпионских фильмах посветить на лазеры и не попасться на них. Дан-д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 ан. Отлично, 2 из 8. Охуенно. Мы почти выиграли. Собственно, в описании к этой игре, между прочим, дабы не быть голословным, было написано, что это полная версия игры, в которой, представляете, добавлен сюжет. Но почему-то здесь из сюжета нет абсолютно нихуя. Мы просто ходим около кроватей. Около кроватей. И собираем какие-то вентиляторы. Ой, вентиляторы, говорю, синтезаторы собираем. Классно, блядь. Вот это сюжет. Учитесь. Учись, Ванюха. Это тебе не под Челябинском машину оставлять. Это, блядь, сюжет. Надо ходить и собирать синтезатор. И при этом слушать, как какая-то баба поет нам колыбельную. А еще у нас есть пистолет. Вы прекрасно все это видите справа. В экране есть пистолет.
Только как им пользоваться? Я в душе не ебу, я не ебу. Отвратительное здесь управление, ребят. Просто отвратительное. Так, это что тут? Тупик? А, ну окей, пойдемте. Я не знаю, как вообще можно было сделать так, чтобы основной игрок наш, главный, не мог поворачиваться в стороны. Это, так, мы здесь были. Это же отвратительно. Почему я только мышкой могу управлять? Так, я здесь был? Он не то, что поворачиваться в стороны не может. Вот еще в чем проблема. Он не то, что не может поворачиваться в стороны. Он даже в бок не может ходить. Вот еще что отвратно. То есть я бы пережил, если бы он мог ходить в бок, и при этом я бы мог поворачиваться. То есть в этом ничего страшного нет. К этому я привык. Ну вот к этому я привыкнуть вообще никак не могу. Закрыто, окей. А как их открывать тогда? Фу, блядь, как страшно-то. Она прям реально напрягает своим пением, я вам серьезно говорю. У меня сердечко забилось. Давно такого не было. Закрыто, окей. Я просто не представляю, как я буду убегать от монстра, а я по-любому даже буду от него убегать. С таким управлением нереально будет вовремя сориентироваться и быстренько сделать так все как надо, чтобы быстренько убежать. Так, сюда я ходил. Не, сюда я не ходил как раз таки. Сюда я забросил и свернул налево. Собственно, здесь тоже дорога налево. Здесь приходится, смотрите, доходить полностью до угла, чтобы потом нормально повернуться и не упереться в стенку. Отлично, еще одна карточка. Карточка или синтезатор? Немного я не понимаю, что это такое возможно. Но судя по тому, что нарисовано у нас слева внизу, это все-таки синтезатор. Ну окей, ладно. Давайте немного посмотрим на расслабляющую картину и немножко успокоимся, потому что баба очень сильно поет, это очень плохо. Она очень страшно поет. Она делает нам успокоительное, что ли? Я не могу понять. Типа, не беспокойся, чувак, я так добро пою, поэтому все будет хорошо. Мы с вами умудрились уже один раз увидеть монстра. Но так, чисто визуально, как бы. Даже не скример там, я не знаю. Закрыто. А здесь? Тоже закрыто. А тут? Все везде закрыто. Ну окей, там я все обследовал. Пойдемте тогда туда, откуда мы пришли. Первый раз. Возможно, там мы еще не все облазили. Здесь тут... У меня же голос пропадает. Здесь тупик, говорю. Хорошо, вот тут у нас что? Оу, вот здесь мы еще не были. Да, точно, я не помню стола посреди комнаты. Такого еще не было. Так, это закрытая дверь, та, в которую мы попасть не могли. Ебать, как? Вот я говорю, как? Здесь невозможно вовремя убежать, я вам серьезно говорю, ребят. Из-за пустой комнаты меня лишили пятой части моего здоровья. Ну, охуенно, что же могу сказать. Так, мы сейчас сюда зашли, да? Давайте пойдем сюда теперь. Хорошо, нас сюда не пускают, это плохо. Сюда-то пустят, по-любому. Да, почему-то я был в этом уверен. Ну, потому что нет больше других ходов. И идти-то по-любому некуда, поэтому только сюда. Здесь у нас что? Здесь тоже закрыто. Ладно, пойдем дальше. Опа, кровать. Так, а главный герой у нас прыгать не может. Правильно, по кровати он может ходить? Нет, это тупик. Ага, отлично, еще одна флешечка, замечательно. Осталось три. Закрыто, ты посмотри, а как они двери-то рандомно открываются после того, как я что-то нахожу или чего? Вот это немножечко неясно мне, если честно. Нет, по-моему, здесь ничего не пропадает. Но я все двери облазил. Куда нам еще надо сходить? We save, I some phone. Мы найдем магнитофон. Вставим в него мы ксилофон. А потом мы мегафон. Ебанем. Там пустая комната, там ничего нет. А вот, а дверь не открывается. Так, хорошо, но осталось три флешечки, только где вот их найти, я не понимаю. Я, по-моему, все уже облазил, ничего здесь нет. Твинкл, твинкл, ворот тебе навалинкл. Так, здесь нету флешечки. Ну окей, ну. Других путей, по идее, нет, только куда-то сюда. Но здесь все двери-то закрыты. И монстра здесь нет, и то хорошо.
Все заперто. Ну хорошо, пойдемте еще раз в эту сторону. Здесь мы, возможно, что-то пропустили. Хватит петь, а? Ну это напрягает реально страшнее, чем монстр происходит, вот это все пение. Это очень давит на психику, я вам серьезно говорю. Сюда мы ходили, да? Да, ну здесь мы все облазили, обрыскали. Здесь как бы нету больше флешечек этих, похожих на синтезатор. Я не знаю, почему я называю их флешками, потому что флешкой называть их быстрее, но они немного похожи на обычную SD-шку. А вот синтезатор очень долго выговаривать. Так, хорошо, здесь у нас что, закрыто? Туда мы потому что ходили, это я помню. Да, здесь закрыто. Ну хорошо, пойдемте сходим еще раз сюда. А между прочим, мне страшно. Мне очень страшно. Мне страшно из-за того, что баба поет. Потом страшно из-за того, что мы просто при виде монстра мы ничего не сможем сделать. Здесь нереально повернуть, я вам серьезно говорю. Вот попробуйте просто ходить в любой игре чисто на мышку и на кнопку вперед. Я посмотрю, что с вами будет. С вами случится истерика, потому что это очень трудно. Так, а здесь мы собирали в синтезатор, это здесь его больше нет. Пойдем дальше, ладно, без проблем. Вообще без проблем. Твинкл, твинкл, ёпты. Эта дверь должна открыться, да. Так, ну здесь мы были, здесь тупик. И эта дверь не открывается. Здесь мы собирали одну флешечку. Или она открывается, и там мы ее собирали. А, нет, смотри, тут дальше открылась дверь. Вон она чего. Вот, вот здесь мы с вами не были. Хорошо, ладно. Как так? Я не мог в прошлый раз так далеко дойти, чтобы взять флешку. Ну, не знаю. Осталось 3 штучки. Осталось 3 штучки, а баба продолжает петь. Это очень плохо. А кто вообще? Может быть, это монстр с женским голосом? Но если это монстр с женским голосом, мне уже не так страшно. А если это какая-то отдельная баба, еще и призрак, то мне страшно. Потому что хуй с ним, с монстром, а вот баба... Тупик, ёпты. Я ж все обошел, я уже карту практически наизусть выучил. Но здесь ничего нету, все, пиздец. Здесь у нас что, большой с этим, с лазером, да. Ну, я не понимаю тогда, что мне делать. Может, можно было... Так, а сюда мы ходили? Может, можно было из пистолета вынести замок там, например? Как-то так, но... Я не знаю, как стрелять из пистолета. Так, что-то новенькое, по-моему, да? Ух ты, точно. Так, давайте сначала сюда посмотрим. Вот, вот сюда мы еще не ходили, это я помню. Не, точнее, я не помню такого коридора. Возможно, у меня просто уже мозг не варит нихуя от этой страшной залупы. Но, по-моему, такого коридора я не видел. Точно, точно, здесь мы не были. Ага. Отлично, еще один синтезатор. Так, там за ящиками не прячется у нас? Нет. Пойдемте дальше. Окей. Фу, как страшно, блядь. Хватит петь, а, пожалуйста, я прошу тебя, прекрати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как много дверей. Так, давайте как-то приметим, где мы были. Я хуй пойму, как мы тут приметим все это. Так, здесь у нас что? Да здесь одни, блядь, тупики, ты посмотри на это. Нет, одни перекрестки, одни тупики. Осталось всего лишь 2 флешечки найти. Так, а здесь же я был, да? Или нет? Не, в такой большой комнате я не был. О! Я так понимаю, нам здоровья-то хватит, чтобы монстра-то еще раз увидеть, и при этом мы еще найдем флешечку. Фу, как страшно. Фу-фу-фу, как страшно, очень страшно. Ой, как страшно, ай-яй-яй. Так, хорошо, но мы возвращаемся назад. У нас здесь особых развилок не было, поэтому я примерно понимаю, куда я иду. И даже примерно это помню. Мы приходили откуда? Вот отсюда мы приходили, да. Потому что вот здесь начинается этот коридор. Текстурка этого коридора. Хорошо, значит, вот сюда мы еще не ходили. Пойдем сходим, в чем проблема-то? А она не открывается, все, понятно. Теперь мы пойдем по другим текстуркам. Теперь мы пойдем по другим. Так, откуда мы? Мы пришли вот отсюда, правильно? Не, мы пришли вот отсюда. Да-да-да, мы пришли отсюда. Так, сюда мы не пошли, а здесь что? Ну, ёпты. Нет, хорошо, значит, нам осталось только сюда. Сходите здесь где-то найти эту флешечку последнюю. И мы выиграем.
И все. И игра будет пройдена, так сказать, game complete, как написали Steve Office. Game complete. Фу, как сердечко-то бегает, а? Сердечко. Хорошо. Сердечко-то как бегает, а у меня по груди-то прям. Оно уже где-то в желудке только что было, а сейчас уже хуяк и где-то в районе груди. Прям беспорядочное передвижение сердца в моей грудной клетке. Так, хорошо, это открывается. Хорошо, это не открывается. Значит, остался один единственный путь. Это, между прочим, очень сильно меня радует. Ты нашел еще 3 карт. That enough. Now I need in my bed back. А, все, отлично. Он говорит, ты нашел. Все, теперь тебе надо вернуться в кровать. Чего? Вернуться в кровать? Ты че, блядь, издеваешься? В кровать тебе надо вернуться. Ты думаешь, я помню, где твоя кровать находится? Чувак, да ты издеваешься. Я вообще не помню, где я начинал. Ну, да ты чё? Да ты чё? Да обычно такие игры кончаются сразу же, как только мы находим нужную нам запчасть. А здесь, на тебе, дальше иди, говорит, назад в кровать. Вот тебе поворот. Окей, ладно. Ну, я примерно понимаю, куда идти. Сейчас разберемся. Главное, на монстр не нарваться, потому что если мы нарвемся на монстр, он нам еще немножечко отсадит здоровье. Но он просто появляется, походу, кричит, у нас отбавляется какая-то там часть от нашего ХП. Поэтому это не есть так сильно страшно. Ха, ты видал, нет? Появился, блядь, Годзилла херова. Почему-то он не кричал на нас. А если он нас не кричал, у нас не отбавляется здоровье. Куда нам? Попробуйте, вернись в кровать-то, конечно, сейчас. Хоть бы указатель какой-нибудь нарисовали, что вот, чувак, твоя кровать вот сюда, там, типа, ну он же во сне, ему все это снится. Он бы мог как-то подсказывать мне там, я не знаю. Я правильно тут вообще, нет? Ты не запоминал дорогу, зарисовал там карту какую-нибудь, или еще что-нибудь типа того. Фу, зачем мне пистолет дали, я не понял. Пистолетом я ни разу не воспользовался. Даже кнопки для пистолета нет в этой игре. Я ищу... Знаете что? Я ищу книжный шкаф. Я примерно знаю, что книжный шкаф это там, где мы... Сука! Вот засранец-то, а? Так, вот, 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 мы где-то рядом уже, где-то рядом с выходом, отлично. Правильно я понимаю, нет? Ха-ха-ха! Точно, точно, вот он. Вот, нам сейчас налево, потом направо, потом еще куда-то, и потом кровать. Точно, вот он, знакомые, знакомые родимые места. Ну как же я по вам скучал, ну серьезно. Тихо. Монстр сейчас был, блять, буду был монстр. Это твоя кровать, чувак? Скажи мне, что это твоя кровать. А для доступа к карте я что-то должен, необходимо для этого возвратиться, но я фигурирую без него. Нет, это не его кровать. Чего? Смотрите, по нулю. Ебать! Это все? Да, блять, это все. Ты представляешь, игра вылетела, и это все. Ну что ж. Ссылка на плейлист с тотальными хоррорами в аннотациях сверху. Подписывайся, ставь лайк обязательно. Вступай в группу ВКонтакте и комментируй. И следующие дни хорроры не заставят себя ждать. Всем пока. Я надеюсь, ночью тебя ждет приключение не хуже. Шучу, нахуй такие приключения нам не нужны. Все, ребятушки, всем пока. Нихуя тебе!